На заседании Совета депутатов утвердили кандидатуру на пост главы городского округа Люберцы. В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Люберцы, на основании решения конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа Люберцы Московской области, Совету депутатов представлен 3 кандидатуры. Были рассмотрены 3 кандидата на должность главы округа. Люберецкие парламентарии единогласно поддержали кандидатуру коренного люберчанина Владимира Волкова, временно исполняющего полномочия главы городского округа Люберцы. Теперь решение за региональным правительством, члены которого также входят в конкурсную комиссию.